бля, мимо опять. Ебать! Невероятно! Невероятно! Беру ножи, сука! Вон, короче, у девки два ножа. Сейчас выберу что-нибудь. Можно этот? Ну это, ну, это псевдонож. Можно... Можно этот? Но он какой-то тоже маленький, блядь. У меня нету больших. Раньше если кухонный нож взять. Короче, берем точно этот. Этот точно берем. Можно этот? Хз, вот так. Или, или, бля... Я придумал! Ща я, блядь, выиграю, я вам гарантирую. Ща я выиграю. Я вам гарантирую, сейчас я выиграю. Сейчас будет жесткий файт до последнего. У меня есть такая тема, ну, покруче любого ножа. Это покруче любого ножа. Она настолько острая, что словами не передать. Это самое острое, что я видел в своей жизни. Это просто, ну, пиздец. Чтобы вы понимали, оно настолько острое, один буквально вот, вот такой взмах, легенький, и человек инвалид. Это вообще пиздец. Поехали. Поехали! Хуёво. А, не, нормально. Поехали. Ну что еще? Блять. Пока что так себе. Нужно две девки срочно. Блять, опять хуёво. Мало, 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 мало. Нужно две девки. Блять, нихуя вообще не дает. Блять. Я сейчас вырычу. Сука! Все очень плохо. А я вылетел, лол. Бля. В пизду. Пиздец. Мы бьем, потому что у меня не было второго ножа нормального.